abrazarnos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin. Слив Донбасса. Конец необъявленной войны. Юрий Вендик. Русская служба BBC. 12 октября 2015 года. Российская кампания в Сирии хронологически совпала с затишьем боев в Донбассе и отстранением от власти в ДНР и ЛНР наиболее радикальных деятелей. Отказом Киева от полномасштабной мобилизации, а затем и финальных переговоров Нормандской четверки, спустя несколько дней после которых власти самопровозглашенных республик объявили о переносе местных выборов. Все эти события последнего времени добавили аргументов тем, кто уже год доказывает, Москва хочет слить Донбасс, при этом пытаясь сейчас переключить внимание западных партнеров с Украины на Ближний Восток. Комментаторы, одобряющие политику президента Путина, с ними не согласны. О том, что Москва предала мечту о Новороссии и готовится отдать Донбасс Украине, впрочем, говорят самые радикальные вооруженные сторонники самопровозглашенных образований. В рассуждениях же множества более взвешенных комментаторов общим местом стал тезис о том, что Кремль хочет всучить непризнанные ДНР и ЛНР Украине, формально оставив их в составе украинского государства, сохранив контроль над ними, а через них над всей украинской политикой. Общепринятым этот тезис стал еще год назад, в прошлом сентябре, после того, как сторонники ДНР и ЛНР вместо напрашивавшегося штурма Мариуполя остановились, а затем пошли на заключение первых Минских соглашений. В открытом доступе есть много информации из осведомленных источников о том, что Москва на деле не оставляет Донбасс своими заботами в виде материальной и военной помощи, а также «отпускников» в кавычках. Этим эвфемизмом часто называют российских военных, присутствие которых на Донбассе Россия отрицает. Но разочарование итогами войны у ее участников со стороны ДНР и ЛНР явно есть. Не все сбылось. Сейчас уже не поймешь, за что воюем. Если конечная цель была присоединение России, так Россия, получается, не признала эти республики, и такой цели никто ни с Россией, ни с российской, ни с донецкой стороны официально не заявляет, рассуждает молодой россиянин, воевавший на Донбассе под позывным «Москва», а недавно уехавший оттуда. Я не жалею, что там был. Не все сбылось. Сейчас уже не поймешь, за что воюем. Если конечная цель была присоединение к России, так Россия, получается, не признала эти республики. И такой цели никто ни с российской, ни с донецкой стороны официально не заявляет, рассуждает молодой россиянин, воевавший на Донбассе под позывным «Москва», а недавно уехавший оттуда. Я не жалею, что там был. Мы как бы делали правильное дело. Но то, зачем я туда поехал, не все сбылось. Народные республики не построили. И людей, по сути, не защитили. Люди страдают. А что они выиграли, непонятно. По его словам, почти все из российских добровольцев, воевавших в Донбассе за идею, сейчас уехали оттуда, остались единицы. Если Минский процесс будет исполняться дальше, особенно в части передачи границ под контроль ВСУ, если не будет продолжена освободительная война, которую мы вели на протяжении года, по крайней мере до сентября прошлого года, пока не были заключены первые Минские соглашения, если это будет происходить и далее, то мы приостановим свою работу по снабжению и по работе с добровольцами до того момента, пока война возобновится. Потому что огромное количество людей, которые оказывают помощь, они перестают понимать, зачем они ее оказывают и оправдана ли эта помощь, говорит российский националист Александр Жучковский, больше года занимающийся отправкой добровольцев и помощи на Донбасс. Тупик. И с точки зрения продолжения войны, и с точки зрения Минского процесса. Россия находится в проигрышной ситуации изначально. Такой цугцванг получается. Поэтому она пытается замерить ситуацию. Но я считаю, что Украина не
договороспособна в этом смысле, и Донбасс сейчас повиснет гирей у нее на шее, ну и Россия не хочет его принимать. То есть патовая ситуация, и как она разрешится, одному Богу известно, сказал Жучковский BBC еще в начале сентября, когда в Донецке был арестован и смещен председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин. Жучковский уверен, что изгнание Пургина и его соратника Алексея Александрова, как и происходившее до того устранение, в том числе физическое, авторитетных полевых командиров, это проявление борьбы партии войны и партии мира, как на Донбассе, так и в Кремле, который руководит всей политикой в ДНР, ЛНР. Проект «Новороссия» остановлен. Ответственность за все происходящее на Донбассе несет, конечно, Москва, потому что все процессы, которые там происходят, практически все, которые касаются моментов уровня руководства ДНР, ЛНР, эти моменты, они, безусловно, зависят от Москвы. Только Москвы нет, только Москвы нет как какой-то единой силы, единого центра принятия решений, естественно. Да, говорят, что Владислав Сурков курирует Минский процесс. На него, соответственно, возлагается вина за то, что проект «Новороссия», скажем так, не то чтобы уничтожен, но остановлен, говорит Жучковский. Я не думаю, что в Кремле есть какие-то партия войны и партия мира, возражает политолог Алексей Чесноков, работающий в администрации президента вместе с Владиславом Сурковым. Я думаю, что в Кремле есть общая позиция по поводу того, как реализовывать свои интересы в этой ситуации, в этой конкретной конфликтной истории в Донбассе. Я не могу назвать в Кремле ни одного человека, который бы принадлежал к таким партиям, партии войны и партии мира любой ценой. Как мне представляется, сейчас в Кремле все настроены на то, чтобы запустить реальный Минский процесс, потому что он выгоден прежде всего, конечно, Москве, а теперь еще и Европе, согласен с Чесноковым российский политолог, директор Центра либерально-консервативной политики Александр Казаков. Ну какая партия войны? Что, в Кремле есть или где-то там еще есть какие-то высокопоставленные чиновники, готовые идти танковыми колоннами на Киев? Да ну, это проехали, даже не начав еще в прошлом году, говорит Казаков. Многие комментаторы считают, что Москва хочет сбыть Донбасс с рук и по экономическим причинам. Кризис, мало денег. На восстановление хозяйства ДНР, ЛНР их тем более нет. Кроме того, согласие Москвы и ДНР, ЛНР отменить местные выборы, против которых возражал Киев, и провести их позже по согласованным с Киевом законам, считается признаком желания избежать новых санкций за невыполнение Минских соглашений. Это тоже экономический фактор. ЛДНР как рычаг влияния. Я не думаю, что доминирующим фактором для Путина на Донбассе является вопрос, кто будет восстанавливать инфраструктуру, дороги и так далее. Речь, конечно, идет о геополитических задачах. Как я себе представляю задачу, которую ставит перед собой Путин? Это сохранение всей Украины как нейтральной территории, прежде всего в военном отношении, а желательно и в экономическом, возражает Александр Казаков. Это, впрочем, не означает, что Москва совсем не учитывает экономический фактор. Алексей Чесноков тоже говорит, что Москва руководствуется не только экономическими, но и политическими соображениями. Москве, конечно же, выгодно исполнение Минских соглашений. Это означает, что сохраняются все рычаги влияния на ситуацию в Украине. Есть гарантии защиты русскоязычного населения на востоке страны и, по сути дела, процесс политического урегулирования превращается в процесс федерализации страны, говорит Чесноков. Очень многие и западные, и украинские, и оппозиционные российские комментаторы предполагают, что вступление в войну в Сирии – это для Владимира Путина и его окружения в том числе и способ сменить тему в разговоре с Западом, переключить внимание с Украины и Донбасса. При этом некоторые из критиков Путина из лагеря патриотов Новороссии считают, что этот прием не сработает. Сирия не отвлечет от Украины. Охарактеризовать это можно как ситуативную внешнеполитическую импровизацию. Она привязана к совершенно другому полю озабоченности президента России, необходимости прорыва экономической блокады и ее политической изоляции, которые настигли страну как санкции в связи с ее политикой в отношении Украины, в связи с присоединением Крыма. Иначе это можно сформулировать как попытку вновь стать рукопожатным.
вновь подружиться с Западом, пишет на своем сайте политолог Степан Сулакшин. Мини-Афганистан для России уже гарантирован, это почти очевидно. Ну, а про Украину все равно не забудут. Это было временное перемещение вектора политической риторики и дискурса. Какой здесь может быть выигрыш? Никакого, уверен Сулашкин. Алексей Чесноков также считает, что не сработает, но по той причине, что действия России в Сирии на самом деле не связаны напрямую с Украиной. В Москве, конечно, много прагматиков, людей рационально мыслящих, и вряд ли кто-то из них надеется, что ситуация в Сирии, во-первых, полностью отвлечет внимание от проблемы Донбасса, а во-вторых, сыграет какую-то свою роль в процессе, например, отмены санкций. Разворачивать такую сложную в имиджевом плане громкую и дорогостоящую операцию только для того, чтобы сыграть локальную игру, мне кажется, не имеет смысла, рассуждает Чесноков. Это совершенно разные треки, согласен Александр Казаков. Я не думаю, что действия в Сирии затеяны для того, чтобы решить окончательно вопросы, поставленные Украиной. К тому же, а что, кто-нибудь знает конечные цели Путина? Невыполнимые соглашения. Война на Донбассе сейчас стихла, но каким образом удастся добиться прочного мира, пока никто не понимает. Представители ДНР и ЛНР уверяют всех в своем совершенном почтении к Минскому плану мирного урегулирования, но люди, не связанные политическими условностями, прямо говорят, что Минские соглашения выполнены не будут, по крайней мере в полном объеме, включая передачу контроля над границей украинским властям. Общественное мнение подвижно и, очевидно, оно будет подвергаться какой-то коррозии в связи с возвращением беженцев, но те люди, которые пережили здесь обстрелы, и их позиция совершенно однозначна, неизменна, и она жестко антиукраинская, говорит донецкий политолог Роман Манекин. Я не представляю себе силы в России или на Западе, или которые уговорили бы людей вернуться обратно в лоно Украины, которая убивала их детей, жен. Эти раны еще не зажили. Глава ДНР Александр Захарченко в те самые дни в начале октября, когда шли переговоры в Париже и затем в Минске, заявлял в публичном выступлении о невозможности отказаться от независимости от Украины. Алексей Чесноков также не исключает, что договоренности, достигнутые в Минске, не будут выполнены. Стороны накопили большой запас недоверия друг к другу. Киев продолжает надеяться на то, что он победит путем полного разгрома республик. Республики не готовы платить любую цену за политическое урегулирование, говорит он. В результате, допускает Чесноков, урегулирование затянется на годы, а граница на участке ДНР-ЛНР, вопреки Минским соглашениям, вообще не вернется под контроль Украины.